И снова здравствуйте, всем привет. Итак, вот опять новая задумка. Сделать беговую собаку. Породу я забыл. Как называется? Борзая какой-то породы. Итак, я вот в ZBrush хочу взять вот эту болванку. И с этой болванки уже сделать, значит, беговую собаку. Для этого я отделяю хвост маскированием. И хочу отделить уши. Так. Эти уши и хвост я приставлю потом Ctrl-W. Теперь, значит, хвост я точно так же замаскировал. И делаем Split, Group, Split. Разделяем все по саптулам. Так, проект сразу сохраняю. Файл Save As. Значит, борзая. На рабочий стол. Так, борзая, рабочий стол, сохранить. Теперь нужно все вот это вот дело. Вот вы видите, что здесь, значит, рот можно уже под кости вставлять. Тут, в принципе, она под анимацию сделана. И так как у нас отделены уши, у нас теперь пустоты вот эти. Так, тут тоже что-то... Ага, от хвоста осталось, не суть вопроса. Значит, Ctrl-W. Теперь нажимаем Ctrl-Shift, сочетание клавиш, левая кнопка мыши. И удаляем вот это дело в геометрии Modify Topology Del Hidden. Так, по-моему, тут тоже еще что-то осталось. Ctrl-W. Ну и еще разочек. Ну а теперь Dynamesh. И заброшу я все это дело в скульптуру с альфа-6. Так, вот здесь вот Ctrl-W одну полигруппу. Так, тут сглажу. Рот у нас теперь сросся. И можно все это дело дорабатывать. В принципе, лапы хорошо сделаны. Тут немножко живот приподнять. Там может как-то чего-то. Короче, погнали экспериментировать. Сохраняю я вот этот... Значит, дога на рабочий стол в OBS формате. 55 тысяч полигонов для скульптуры с альфа-6. Это нормально. Ну и все, погнали переделывать тут морду, подтягивать живот, словом, работать по рефам, а потом заброшу этого перса сюда тоже. И, значит, здесь уже вставлю, прикреплю хвост и уши. Там уши еще перерабатывать придется. Итак, скульптуру с альфа-6. Так, импортируем сюда. Значит, док 2. New scene. Вот такая штука. Так, теперь нам нужен референс. Скачиваем с интернета, делаем скриншот или подгоняем под экран и вставляем. Так, проверяем опции, как все это дело заскриншотилось, чтобы все попало именно ровненько. Ну вот, собака нормально выглядит. Так, теперь нужно симметрию включить. Окей. Окей. Ну, будем вот ловить нашу собаку где-то вот таким вот образом. Так, первое, что я тут вижу, что нужно... Подгадали это дело. Выравниваем. Нужно вытягивать шею и горб. Ставим детализацию посередине. Граб. Теперь кисточку побольше. Так, еще побольше, чтобы захватить прям шею. Во. Теперь кисточку чуть-чуть поменьше. Так вот, ну, в принципе, лапы сильно можно не тревожить. Лапы нормально. Так, теперь грудина. Так. Не сбиваем, чтобы все нормально было. Так, тут тоже приподнимаем и ловим, вот она, вот эту полосу. Можно сильно ее даже, как сказать,
О, видите, задницы почти не видно. Так, во. Опа-на. Еще ниже. И получится вот так у нас борзая. Так, тут чуть побольше. О, как раз и пятюн нам пригодился. Он как раз подрев. Так, теперь что у нас с ногами? Ноги немножко сюда вытягиваем, а щиколотки назад. Так, таким образом можно, значит, эти лапы подогнать. Так, здесь можно побольше. Так, сейчас еще мордой заняться надо будет. Так. Граб кисточку поменьше. Так, еще поменьше. Важный инструмент. Поправлять будем. О. Тут, значит, попали хвост. Лапы приблизительно. Ну, короче, все схоже. Так, еще грапная побольше. Но все-таки сделаем поточнее. Лапы поймать. Во. Так, видите, чуть поменьше. Нужно все это дело выровнять как-то. Так, здесь, значит, в эту сторону и пониже. Так, грудинку чуть приподнять, чтобы при анимации потом нам это все дело, как говорится, не парило мозг. И лапы аккуратненько корректируем. Вот. Так вот как-то. Близко можно не брать, все равно идет искажение картинки. Но вот эта кость, я не знаю, она же ровно должна быть, по-моему. О. Так, и вот это сейчас чуть-чуть сюда еще. Вот. Теперь занимаемся, значит, с лопаткой. Вытягиваем лопатку вперед. Так, рот у нее закрытый. Вот эту часть натягиваем вверх. Ну, тут уже ухо. В принципе, все поймано. Так. Ну, у нее голова должна быть еще плоская. Вот эту часть. Так, у нее вот этой скулы нету почти. Так. И вот эта часть у нее как крысиная. Во. Вот теперь я где-то приблизительно верю. Но нос был нормальный, значит, нос нужно чуть поднатянуть, подправить. Так. Здесь идет губа, значит, что вот эта часть еще у нас не понадобится. Вот это. Так, ну да. Сейчас еще нужно рев самой башки подключить. Ну а потом, как обычно, отделить вот эту вот часть. Так, теперь я поработаю немножко флатеном. Так, интенсивность кисточка поменьше. И поизменяю немножко, значит, вот эту вот сетку. Сильно не надо сглаживать. Можно кризом наметить, где у нас будет в дальнейшем вот эта челюсть, чтобы ее не попутать. Также, значит, проводим, отделяем нос. Так, и наметим, значит, глазьян. Так, здесь уже, наверное,
Ну, тело-то у нас похоже. Тут грудинку сейчас чуть поднакидаю. Нужно нам теперь вот этот реф собаки. Так, подгружаем реф, скачанный с интернета, отскриншоченный. Как это все сделать? Как вот материал вот этот скульптор сделать, как вот эти вот картинки сюда подставлять, правильные делать быстро. Ссылка будет в описании. Так, вот у нас собака, значит, да? Так. Ну ладно, я буду так смотреть. Первым делом я хочу сделать ей потоньше шею. Значит, кисточку граб побольше. И вот это дело, шея у нее, походу, очень тонкая. Вот так. Ну, вот теперь где-то верю. Так, что у нас по морде? По морде у нас кисточка драйв клей. Кисточка поменьше. Значит, первым делом нос. Нос у нее большой. Значит, вот этот нос нужно и вот эту часть вытягивать. Вот так. Поднимаем его побольше. Вот так. Ну вот. И шифтом проходим. Только тут чуть-чуть его еще корректируем. Так, лопатка вроде бы подошла. Так, губы нижние. Вот это, видите, у него почти губы нижние нет. Так что тут еще больше поднимаем. Так, тут можно немножко припустить. Так, вот это снопад где? Тут вообще у него тонко. Так, вот эта часть еще больше уходит. И вот эта часть там тонкая, тонкая, тонкая. Вот так. И вот эта часть, как у бульдога, значит, висеть не должна. Все это тоже поднимается. И вот таким образом можно, значит, вот. Вот теперь как-то верит. Теперь берем крис и вот где глаза. Благо тут они уже намечены, сэкономится нам время. Делаем вот такую надрезку. Так, и вот эта часть. Это мешки под глазами у нее. Так, здесь значит глаза чуть побольше. Угу. А здесь также остаются бровные дуги и так, нос у нее сплошной. Здесь вот эта штука. Но черепушка у нее тоже утонченная. Вот так. Здесь вот чуть-чуть можно попрямить. Так, шею поймали, нос поймали, тело поймано. Так. Ну, глаза можно будет убрать за брас. Так, здесь черепушку еще уменьшим. Так. И флатеном попохожу чуть-чуть. Значит, флатеном вот эту часть прибираем, так, приглаживаем, мешки под глазами тоже дооформляем, как я раньше показывал, значит, делаем по углам, под наклонами, всякими вот этими. Так. И морду делаем острее. Вот таким вот образом. Ну да.
Так, вот эта полоса нам теперь не нужна. А вот мешки под глазами надо дооформить и глаза. Вот. Так, а здесь идет еще, значит, это подъем, а здесь идет бровная дуга. Вот так вот. Но она чуть-чуть сглаженная. Она есть. Ну, так вот как-то. Она как бы есть. Но ее сразу нет. Так, дорежем нос. Так. Нос еще вот здесь вот. Платоном доработаем, верха пройдем, бока чуть на срезочку, и вот эту часть вот так вот подзавернем красиво. Так, губа нижняя тоже платоном. Так, ее заглаживаем, чтобы она не была калеченная, волнистая. Так, что у нас теперь по челюсти? Ну, давайте через дооформим. И, значит, здесь идет тонкая такая штука у меня. Ага. А вот здесь идет у нее грудинка. Теперь намечаем, значит, эту часть. Почему ее нужно наметить? Потому что отсюда будет анимация идти. И я не хочу, чтобы вот эта, значит, часть потом цеплялась за ребра. Так. Так. И немножко, наверное, грудинку сделаем поменьше. Вот так. Так, точнее, сделаем поменьше вот эту часть. А это пусть чуть-чуть торчит. Так, и по-моему, она мне кажется, хоть и по рефу, но я бы ее еще, чтобы красиво выглядела, выглядела, это же вот я тут причиндал. Так. Так, даже не только причиндал. Так, и что еще? Я же хвост отделял. Здесь должна быть вот такая вот наполненность. Здесь, значит, мышца, мышца, мышца. Вот это тоже потолще сделать, чтобы сетку ее поменять потом. Угу. И немножко резки добавим. Раз она беговая, у нее стопудей грудак должен быть узкий. Я так думаю. Так, ну так пойдет. Так, лапы не хочу трогать, чтобы потом меньше было изменений. Так, и по-моему здесь вот, вот так. Прям еще побольше я прижму. У них зад вообще у борзых тонкий. И вот здесь чуть-чуть шею.
Все под тем же сделаем. Немножко выглаживаем. Тут еще можно ребра, конечно, насобачить. Ну, пока не буду делать. Ну, вот такой результат. Так, вот эту часть, как она гнется вот сюда. И это значит чуть-чуть сюда. Чтобы у меня здесь был под анимацию такой вот наклон кости получше. Так, тут теперь что? Оп, и вот эту часть подровнять. Ну вот из дога получилась борзая. Теперь все это дело сохраняем. Пишем борзая. Так, вот в борзую сохраню. Так, сохранить. Теперь идем забрать. Добавляем уши, добавляем хвост. В принципе, что, все объединяем, вставляем кости. Делаем анимацию бега. А, еще ж рубашку ей надо сделать и с числами. Все, продолжаем. Забрать, открываем проект с нашим псом, то бишь док. Открываем. И на собаку, значит, импортируем нашего вот этого. Так, борзая. Борзуем. Бэмс. Во. А с перспективой так вообще. Находим уши. Поднимаем с помощью гизма. И вы видите, что уши теперь не попадают. Ну, это дело поправимое. Приближаем. X-симметрию можно отключить. Так, уши можно даже немножко скайл. Они у них побольше были. Так, и уши отводим лишь вот сюда. Алис повысил так. Чудак, чудок сюда. Потом сейчас подтянем, подкорректируем. Делаем геометрии Modify Topology Mira and Well. Это приблизительно пока. Так, собака уже вроде бы скорректировалась. И теперь N-панель выбираем хвост. Так, и хвост. Здесь нужно еще вот кое-что у него удалить. Вот эту часть Ctrl-W. Так, гизма. Del Hidden. Делаем Dynamesh сразу подальше от персонажа. Ну, чтобы это все дело не слиплось. И желательно на больше полигонаж это все дело выводить. Так. Хвост есть. Так. Опа-на. Ctrl-Z, Ctrl-Z. X-симметрию отключаем. И подгоняем нашего хвоста. Так, через Alt гизму сбилось. Так как-то, да? Вот. Так, ну а теперь что нам нужно? Это посмотреть именно уши нашего персонажа, какая у них форма. Итак, вы видите, что хвост у нас правильно стоит. Все тут вроде бы хорошо. И форма, значит, ушей стоячая, наверха чуть-чуть загнутой. Ну, это косточки вставятся, если нужно. И все будет хорошо.
Хорошо. Так, еще вот вопрос. Делать собаку, значит, с открытым ртом под анимацию или с закрытым? Вот тоже вопрос такой. Ну ладно, буду делать пока с закрытым. Если кому-то надо будет, вы уж потом это дело, значит, переделаете. Так, значит, теперь что? Уши подгоняем. И давайте ушам сделаем дайнамеш, тоже побольше резолюцию. Вот 35 тысяч полигонов. Нормально. Делаем Modify Topology Mirror and Well. И нужно теперь Move Topology кисточку взять. И все это дело завести в голову, чтобы потом вот эта штука нас не раздражала. Вот. Так, а вот эту наоборот из головы вывести. Вот так. Вот эту чуть-чуть можно вверх подтянуть. Во. Вот эта часть будет потом загибаться. Так, глаза можно сделать, нарисовать просто. И можно сделать вставляемые, короче, отдельно. Я, наверное, все так оставлю. Глаза нарисую. Так, челюсть нижняя намечена. Если отделять будете, ну тут уже видно, где чего как. Так, теперь что еще нужно сделать? Кисточку побольше, Alt, левая кнопка мыши на персонаже. И нужно вот эту вот рубашку, значит, этой собаке сделать. Так, давайте рисовать. Посмотрел я. Так, где-то она идет. Так, вот здесь вот чуть побольше. Потом уходит на грудину сюда и вот здесь вот так. Ну есть, конечно, там и рубашка она делается, но в принципе вот тут тряпка у меня такая. Так, раз. Вот так как-то она, чтобы не мешала она не шеи. Во. Делаем экстракт геометрии. Так. Экстракт. Это слишком толсто. Акцепт. Снимаем маску. И желательно сразу всему этому делу сделать дайнамеш, чтобы потом сетка, ну короче, тут несколько полигонов вот эти, чтобы они потом не отслаивались. Вот, все нормально. Также можно дать толщину. Так, смотрим. Так, это все дело выглаживаем. Лучше потом растянуть, чтобы она симпатично была. Так, и теперь добавляем ремни. Ремни будем делать с кисточки курс Trap Snap. Так, и откуда вести? Значит, буду я вести без X-симметрии вот так, с этой стороны. По собаке. Так, это чуть-чуть. Ctrl-Z. Кисточку поменьше. И берем вот отсюда. Так раз. Чуть-чуть можно сделать ее побольше.
или поменьше. А ну-ка, как смотрится? Ну, чуть-чуть надо побольше все-таки надо сделать. Во. Потом лучше выгладить. Теперь добавляем, снимаем, значит, на персонажа нажимаем на mesh. Так, делаем. Так, это одна полигруппа, и тут одна, да? Ладно, Ctrl-I, Ctrl-W. И отделяем ремень, значит, это... Так, это у нас сплит, group сплит, окей. Так, это ремень, это шмотка. Нужен еще один ремень сюда, значит, через Alt выбираем собачку, Собакевича, перекручиваем и выводим вот отсюда тоже ремень. Так, Ctrl-Z, плохо, что он перекрутился, вот так, наверное. Да. И доводим чуть подальше. Снимаем выделение, делаем Geometry Modify Topology Mirror and Well. Все хорошо. Ну и тоже нужно все это дело отделить. Ctrl-I, Ctrl-W, потом Split, Group, Split. Так, второй ремень появился. Теперь добавляем этому ремню, значит, кризы, чтобы он не развалился. Криз, криз, ау, везде пускай будет. И делаем, так, геометрии, делаем всему этому DynaMesh. DynaMesh и побольше резолюцию. Так. Деформация. Попробуем полиш нажать. Сгладить. О, нормально. Теперь Move Topology. Чуть-чуть его вытянем. Так, что он тут? О, вот так вот. И весь смысл в чем, что ремень должен, так, так он должен заходить или должен вот так быть. Так, чуть-чуть корректируем. Так, шифтом можно еще выводить. В принципе, пойдет. Потом можно будет все это дело еще поднадуть. Опа, на. Видите, когда криза нет, сетка заремешевская, и все тут распадается. Так, криз, криз, ау. Можно просто нажать кризы и вот эти вот кромки просто поддержать. А ау, он добавляется к каждому ребру. Так, опять же, DynaMesh, резолюцию побольше. И все это дело, опа, и Modify Topology Mirror and Well. Так. Вот теперь как тут крепеж сделать посимпатюшнее. Значит, это все уходит сюда. Тут еще чтоб ремень не мешался. Ну, в принципе, вот это вот так нормально там и на картинке такой вид. Значит, Mirror and Well. Будем считать, что он пришит и будет здесь намертво. Так, здесь теперь Alt поправляем. Можно где-то будет пролепить что-то. Ну, не суть вопроса. Так, чуть-чуть мягче делаем. Ну, теперь нужно подобрать вот этой штуки цвет. Вот этой штукенцы цвет подобрать и номера найти в интернете.
чтобы цвету соответствовало. И получается здесь понарисовать их. Допустим, будет одна собака 5, 10, 1. И раскраску и разную добавить. В принципе, что? В принципе, все. Можно будет вставлять кости и пускать собаку в анимацию. Вот так вот. Будет поэтому по стадиону бежать. Так, покраской я займусь в следующем ролике. Вот такая штука. Чуть-чуть еще, может, где-то тут подкорректируюсь. Вот такой вот набросок, вот такая болванка.